Приветствую вас. Мне кажется, один из самых негуманных, предательских вопросов по отношению к себе, который вы можете задать, это как перестать чего-то хотеть, как перестать к чему-то стремиться, как перестать, ну, в чем-то, не знаю, нуждаться, как перестать. Ведь человек не перестает делать то или иное, потому что ему чего-то хочется. Человек не перестает делать то, что ему нужно, потому что это ему нужно. Понимаете? И мне кажется, что вашей, я бы так сказал, задачей было бы разобраться в себе, разобраться в том, чего вы хотите, для себя. И уже дальше двигаться вперед. Понимаете? Ну, наиболее такая распространенная причина, почему люди ищут похожих партнеров, связано с тем, что отношения не завершены. Вот. Ну, просто не завершены. Не были отношения завершены в должной мере. Вот. Из-за этого человек ищет похожего партнера, чтобы завершить отношения. Ну, мне кажется, мое мнение, по крайней мере, такое, что вряд ли его можно за это винить. Человек, я имею в виду. Мне кажется, что это нормально, если отношения не завершены, что человеку хочется их завершить, и вам важно постараться увидеть вот этот вот момент, постараться увидеть этот момент, что не завершилось в ваших отношениях с человеком. Что именно не завершилось в них. Что вы продолжаете это искать.
Понимаете, да? Вот. Когда вы увидите, что конкретно вы ищете, вот тогда вы сможете не перестать искать. Это было бы неправильно. Ну, может быть. Просто обратить это желание, которое у вас, на что-то другое. На другие сферы. Вот. А сейчас вы бежите от этого опыта, который у вас есть. Вы избегаете этого опыта, который у вас есть. И сказать, что это для вас конструктивно, я не могу. Ну, то есть, понятно, что вы можете избегать, это ваше право. В принципе, вас никто этого права не отберет и не должен отбирать. Вот. Но вы себе не помогаете таким образом, на мой взгляд. Вот это то, что я могу вам сказать. Сейчас, с точки зрения психологии. Ну, именно вот с позиции психологии, то, что могу вам сказать. А дальше уже нужно разбираться. И смотреть. Вот, например, вы говорите, что встретились, мы начали встречаться там из-за, сильной влюбленности. А что она это влюбленность из себя представляла? Например. Вот вы говорите, что мы там расстались из-за глупости. Вот. Что такое глупость? Что вы называете глупостью? Это уже, как вы понимаете, обесценивание себя. Ну, получается. Вот. Это вряд ли. Также путь к в никуда. Путь в деструктив. Как мне кажется. По крайней мере. Вот так вот. На этом все. Вот это вот то, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, что вам это было полезно.
Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя сделаете определенный вывод. Надеюсь, что вы для себя сделаете определенные какие-то новые умозаключения и дадите обратную связь которая послужит началом плодотворной работы над собой. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего вам всего самого доброго. Удачи.